Итоги деятельности в 2018 году и задачи на 2019 обсудили на коллегии Министерства юстиции и имущественных отношений. Регистрация ведомственных нормативных правовых актов, контроль за предоставлением земельных участков многодетным семьям, бесплатная юридическая помощь. Об итогах деятельности каждого отдела министерства отчитывались их руководители. Особое внимание народной инвентаризации. Благодаря этой масштабной кампании выявили более 2000 пустующих участков общей площадью более 800 гектаров. Доходы в бюджет республики от продажи и аренды таких участков составили почти 200 миллионов рублей. Отдельный разговор об антикоррупционной экспертизе документов. Для нас, я считаю, это правильное выбранное направление, когда независимые эксперты могут нам подсказать, указать, лишний раз напомнить о возможных коррупциогенных факторах в том или ином нормативно-правовом акте. Поэтому в 2019 году мы планируем данный опыт использовать также, вот, который был наработан в 2018 году. И для всех органов исполнительной власти, для органов местного самоуправления тоже просим внедрять эти элементы независимой антикоррупционной экспертизы. Среди задач на 2019 – продолжение начатых проектов и старт нового. Планируется, что правоведы будут еще чаще выезжать в районы и принимать обращения граждан по разным вопросам. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика.